Утро 4 ноября началось для жителей Поти не совсем обычно. Два больших десантных корабля в составе других кораблей Черноморского флота ошвартовались в торговом морском порту некогда прекрасного курортного городка. Так что же послужило причиной вновь появиться военным кораблям в территориальных водах Кавказского побережья? След тянется уже давно. Пожалуй, точкой отсчета можно считать события, происшедшие в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Конечно же, волнения в Грузии начались гораздо раньше, но первая жертва появились именно 9 апреля. И вот на этой волне поднялось имя новоиспеченного президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Все бы, может, и ничего, не развяжи он жесткую политику террора, национальной розни, вражды между близкими. Здравомыслящая часть Грузии воспротивилась такому ходу событий. Из Москвы возвращается позже избранный главой государства Эдуард Амвросевич Шеварнадзе. В Грузии возникают две противоборствующие стороны – правительственные войска и вооруженные формирования звиадистов. Начинается затяжная война. Правительство сегодняшней Грузии обратилось к командующему Черноморским флотом адмиралу Эдуарду Балтину с просьбой помочь в урегулировании конфликта. И вот утром 4 ноября военно-морской десант Черноморского флота высадился в городе Поти. Нельзя бывшую цветущую территорию превращать в развалины. И он правильно сказал, что сам наш приход, даже может быть без боевого и военного участия, он сам играет большую моральную, политическую роль. Это действительно.